В июле текущего года с рабочим визитом Нельский городской округ посетил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В ходе поездки глава региона проверил ход работ по жилищному строительству, ремонту дорог и подъездов, благоустройству общественных пространств, а также посетил социальные магазины, центральную детскую библиотеку, которая в прошлом году была модернизирована в рамках национального проекта «Культура», и пообщался с жителями района. По итогам проведенной поездки администрации Невельского городского округа было поручено организовать ремонт придомовой территории многоквартирного дома номер 63А по улице Советской в городе Невельске, а также дворовых территорий домов номер 5 и номер 7 по улице Артемовской и дома номер 14 по улице Коммунальная в селе Горнозаводск. По поручению губернатора Сахалинской области администрация Невельского городского округа в кратчайшие сроки были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия в дворовых территориях. Общая площадь асфальтирования составила более 3500 квадратных метров. Вообще в этом году проведена большая работа по асфальтированию дворовых территорий, которая составляет около 8000 квадратных метров. Эти работы были выполнены в рамках ямочного ремонта и поручения губернатора Сахалинской области. Работа администрации Невельского городского округа направлена прежде всего на улучшение качества жизни населения района. Благодаря проведенному ремонту дворовые территории стали более комфортными и безопасными для жителей многоквартирных домов. Двор у нас был отвратительный. Лужи стояли тут постоянно. Подъездом вообще невозможно было пройти. Вот просили мэрию, чтобы нам сделали двор. Вот заасфальтировали сейчас двор. Сейчас хороший. Все, спасибо большое мэрии. Все сделали хорошо. Работы по ремонту и благоустройству дворовых территорий не окончены и обязательно будут продолжены в следующем году. Служба информации Невельских новостей.